Телеканал 24 ДОК представляет. Язык фотографий 60-х, 70-х можно какими-то общими чертами описать. Это такая и эстетическая революция, сексуальная революция, революция ментальная, борьба за какие-то свободы. Редакторы спрашивали друг друга, откуда появился этот грубый молодой человек, который затаскивает моделей в постель. Но он давал им то, чего они хотели, прекрасные фотографии. Не нужно, не нужно. Вот так хорошо. Фотограф как поп-звезда в мире и в волнах поп-культурной революции. Я на самом деле первый раз видела этот фильм, я узнала, что он страдал дислексией в детстве, и что фотография для него с 12 лет стала медией, языком, с помощью которого он пытался объясниться, потому что там, дислексики не страдают проблемой коммуникации. Любопытно, но наибольшее влияние на меня произвел Пикассо. Он научил меня тому, что нет правил, что круг не обязательно может быть круглым. Превосходный урок. Я понимаю, что вот этот психологический контакт с моделью, вот этот стопроцентный, который именно вот в момент фотографирования, который невозможно описать словами, диалогом, то есть это невербальный диалог с моделью на площадке, конечно, отличает Бейли от остальных. Я не ищу ничего особенного. Мне интересна личность, то, что у нее внутри. Я знаю о своих способностях. Я как вампир. Стараюсь уловить их характер. Фильм мне показался интересным еще, знаете, с какой точки зрения. Путь фотографа, который был на вершине славы, на вершине вот этой пассионарной воронки, вернее, на пассионарной этой очень серьезной волны английской. Вот что он представляет из себя сейчас? К чему он пришел? Что он сейчас снимает? Я не буду говорить. Смотрите фильм. Это интересно.